Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», у студії Наталія Ігнатенка. Добрий вечір. 55 керівників різного узроўню отримали сьогодні дипломи подяки. У Гомелі пройшло узнагородження районів і предприємствів, які внесли найбільш значний уклад у соціально-економічне розвиття в області у минулому році. Переможців визначили по нескольких номінаціях – від лепших експортерів і витворців імпортозаміщальної продукції до колективів, які досягнули значних виніків у освоєнні нової продукції, ці отримали статус надійного довготермінового партнера на знешніх ринках. Гэтыя поспехи подтверждаются конкретными личбами. У минулом годе на Гомельщине отримано промысловой продукции на 9,5 миллиардов долларов. А за опошние 5 годов гэты показчик перевысил 60 миллиардов, что является лепшим выником у Беларуси. А прача того, Гомельщина лидер Украине и по экспорте продукции. Разом с тем, зараз перед предприемствами региона стоят три першочарговые задачи. Снижение вытворчих затрат, притягнение инвестиций и дальнейшее наращивание экспорту. Поспехи Гомельской области тем больш значные, что яны досягнуты и в регионах, якія потерпели от Чернобыльской катастрофы. За 30 годов тут здолели не только шмат чаго обновить, але и зрабить значный крок наперед. Не в апошнюю чергу по этой причине диплом первой ступени у своей номинации отримала Нараулянщина. Этими 30 годами мы уже накопили опыт, как работать сегодня с людьми, чтобы было обеспечено производство кадрами. Научились работать по технологии и внедряем новые технологии. И, конечно же, эти 30 лет сохранения района – это поддержка государства. У городском экстерьере областного центра появился сучасный люстраный будинок. Побач с ним скульптурная композиция под назвой «Диалог». Ее автор – ведомый белорусский скульптор Константин Селиханов. Новоселье у этом будинку справило Гомельское региональное отделение банка «Белвеб». Белвеб – дачынная белорусская структура российской державной корпорации «Знешэканомбанк». Установа активно удельничает в развитии бизнеса и у притягнении замежных инвестиций для айчынных предприемств. Банк работает, конечно, как и вся наша экономика, в довольно сложных условиях. Но в то же время мы сохраняем на должном уровне поддержку нашего реального сектора экономики в первую очередь. Если говорить о некоторых цифрах, то могу сказать, что за первый квартал уже этого года мы увеличили кредитную поддержку экономики на 15%. Сегодня банк уваходит у пятерку наибуйнейших у Беларуси. Сёлета ему исполняется 25 годов. Сирот приоритетных напрямков деятельности – умацавание сучасных технологий. Так, у ближайшей будущей большинство банковских операций можно будет ожитявлять без паперовых документов у отдаленном доступе. Я думаю, что здесь не только весь спектр услуг банковских, который уже оказывал банк, будет присутствовать, но, не сомневаюсь, будет и новые виды услуг. Но для меня, как для градоначальника, не только это важно, но и важно просто, что появился очень красивый, симпатичный объект на центральной улице нашего города. Будинок банка узведены за год, с уликом усіх потреб наведвальников, у тым лику и инвалидов-спинальников. Так само предугледжена зона самообслуговывания, якая працуе у круглосуточном режиме. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». 3 года тому президент країни подписав указ об створенні Державного комітету судових експертиз Білорусі. За гэты невеликий період комітет, сформірований з експертних подразделенняў розных ведомстваў, пераўтварыўся у реальную силу, здольную оперативно вырашаць самые складаныя і адказныя задачи. Только за минулый год специалисты аппарата областного управления и территориальных органов выполнили больше, как 45 тысяч экспертиз. У Гомельской области сегодня працуе около 500 специалистов у 40 специфичных профессиях. Створение ведомства посприяло узмацнению обороны правов и законных интересов как громадян, так и юридичных особ. Сегодня можно с уверенностью сказать, что период формирования комитета поспехово пройдены и тут готовы вырашать новые задачи. В ближайшее время мы активно будем заниматься вопросами повышения качественной составляющей кадрового потенциала нашего управления. Дальше вопросы улучшения материально-технического обеспечения, качественное улучшение условий работы персонала, ну и активное участие в выработке единой методологии проведения различного рода экспертиз.
Завтра у Беларуси отбудется агульно-республиканский субботник. Как чекается, удел у мероприемстве примут больше, как 450 тысяч жихару Гомельской области. Парадок после зимы плануется навести у дитячих оздоровленчих лагерах, пригородных лесах и на местах пахования у часов Великой Айчинной войны. Меж тем, только этим днем процесс наведения парадку на земле не обмежуется. Не глядячи на принятые решения, на Гомельщине застается шерох проблемных моментов по доброму парадкованию территории, особливо у сельской мясцовости. Олег Сентеров потекавился коранями існуючих проблем. Сельская господарка – галина, где завчёта хапала шмат проблем. Менавіта на их, звичайно, спосылаются керівники сельгаспрадприємцев, коли кажуть об невыконанні природоохованного ти санитарного законодавства. Нельзя сказать, что в Гомельской области такие факты носят массовый характер, але и редкими их назвать покуль так само нельзя. Покуль основная сила сельскохозяйственных предприемцев сконцентрированная на полевых работах, на мехдворах завершается дробный ремонт техники, якая покуль нигде не занятая. Правда, у денников рейду по наведению парадку на земле больше цікавить не сучасные клопоты вязковцев, а выполнение решений, принятых Гомельским облвыконкамом. Коли до керівництва КСУП «Совхоз Кармянский» никаких значных зауваг нема, то в целом по области ситуация не такая оптимистичная. До 1 красовика, например, во всех господарках повинны были обсталевать покой и отпочинку для работников. У гэтыя дні спецыялісты Гомельскага абласнога цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя ўдакладняюць інфармацыю, але ўжо зараз можна сказаць, што адпаведная пастанова выканана не ўсюды. Заклапочанасць выклікае і рэалізацыя патрабавання па стварэнні спецыяльных месцаў для мыцця сельскагаспадарчай тэхнікі. Вызначаны тэрмін 1 кастрычніка, але сёння ад некаторых кіраўнікоў можна пачуць спасылкі на недахоп сродкаў. Неабходна завяршыць сяўбу, потым апрацоўваць палеткі і збіраць ураджай. Вырашэнне экалагічных праблем у гэтым працоўным цикле не предугледжено. На сегодняшний день больше, чем в половине сельскохозяйственных организаций области, он по-прежнему не решен. И мойка техники осуществляется в приспособленных условиях, зачастую без твердого основания, без отстойников для очистки стоков и без эстакад, что приводит к загрязнению территории. У КСУП имя Володарского размова так само об экологии. Проблемы тут огучиваются иншие, а не актуальные для всей Гомельщины. По словам экологов, каждый год, когда фермов, можно убачить сотни килограммов полиэтиленовой пленки, якая застается после применения еды на силосных ямах. Пропановы экологов об сборе отходов и другом выкористании активного отгуку покуль не знаходит. И еще больше значная проблема – наявность звалок каля сельскохозяйственных объектов. У вугле этой земли можно выкористовывать для вырошивания культур. Але часто это отбывается только после складания протоколов природоохранными службами. Но возле новых ферм, недавно построенных, таких участков нет, потому что они уже созданы как бы на базе хорошей. А вот старые, как вот мы видим фермы, старые постройки 60-70-х годов, то, соответственно, такие участки бывают. Это и заброшенные силосные ямы, которые заросли, и просто участки, которые неудобно было выпахивать. Ну, вместе с тем дорабатывать эти моменты. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Кармянский район. Семінарна рада па ахове працы прайшоў на базе Навабелецкага камбіната хлебапрадуктаў. Удзел у ім прынялі кіраўнікі і галоўныя інжынеры 50 прадпрыемстваў горада. Падрабязнасцямі валодае Яўген Пабалавец. Новобилевский филиал открытого акционерного товариства «Гомель хлебопродукт», выбранный для проведения семинара, не выпадково. По выниках минулого года предприемство заняло первое место у районе и у городе по пытаниях аховы працы. Тут створена целая система по этому накерунку, что дает становчий выник. Все окна заменены на пластиковые, забетонирована подлога у цехах, сучасное обсталевание отповедая усім нормам безпеки, проводится аттестация працовных местов. Как выник, у 2015 году тут не допущено ни одного выпадку отримания работниками предприемства тяжких травмов и тем больше смертных выпадков на вытворчестве. Профессиональным заболеванием стало меньше людей посещать, уходить на больничные, значит, и тяжелые, где-то, будем говорить, сократили, и искоренить практически пытаемся. За прошлый год было потрачено на охрану труда, на все мероприятия, которые проводили в пределах 6 миллиардов рублей. Гэтыя сродкі ўзяты з чыстага прыбытку прадпрыемства. Нягледзячы на вядомыя праблемы ў эканоміцы, тут працуюць у плюс. Прыбытак дазваляе ствараць дастойныя ўмовы для сваіх работнікаў. Ёсць свая сталовая і пакоі для прыёму ежы для тых, хто аддае перавагу дамашнім стравам. У перспектыве тут плануюць адкрыць масажны кабінет. Удзельнікі пагаджаюцца. Падобныя сустрэчы дазваляюць пераймаць лепшы вопыт і распаўсюджваць яго па ўсім прамысловым прадпрыемствам горада. Работа апошніх гадоў у гэтым накірунку дае плён. Если говорить о конкретных цифрах, то в 2016 году в городе Гомеле
не зарегистрировано несчастных случаев на производстве со смертельным исходом. В сравнении с 2015 годом за этот же период было зарегистрировано уже 3 несчастных случая. За апошнія 3 гады толькі одна справа по факте працоўнага травматызму дошла до суда, калі была доказана вина адказнай особы. У большасці выпадкаў такія здарэнні адбываліся з-за чалавечага фактора ці па знешніх прычынах. Радую, что хотя бы должностные лица, которые были ответственны за соблюдение правил охраны труда в тех случаях, когда работники причиняли тяжкие телесные повреждения, либо смерть наступала, по крайней мере, не по прямой вине должностных лиц. Конечно, в любом случае это упущение, они наказывались эти лица, но без уголовной ответственности. Як падкрэсліваюць спецыялісты, у пытаннях аховы працы няма дробязяў. Сучасна вытворчасць і абсталяванне абавязваюць кіраўнікоў і спецыялістаў трымаць пытанне на жорсткім кантролі. Яўген Паблавец, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія Гомель. У Гомельскім абласным аб'яднанні прафсаюзаў адбыўся заключны этап абласнога конкурсу «Гомельскія майстры». У фінал трапілі самыя мэтанакіраваныя ўдзельнікі. Падчас урачыстага мерапрыемства пераможцы штогадовага спаборніцтва былі ўзнагароджаны дыпломамі, падарункамі, грашовымі прэміямі і спецыяльнымі нагруднымі знакамі. Вераніка Варашыліна з падрабязнасцямі. У актовой зале областного объединения профсоюзов собрались лепшие из лепших, сапраўдные профессионалы, которые переодолели шэраг теоретичных и практичных выпробований у попередних отборочных турах. Токар 6-го разряда Рогачевского завода «Диапроектор» Геннадий Санько у конкурсе профессийного майстерства удельничал уже 4-й год запар. Демонстрировал свои умения как на областном, так и на республиканском узровне. Майстер упэўнены, каб трапить у лик пераможцев, треба укладать у свою працу сердце и душу. На соревнованиях делайте детали все одинаковые. Чтобы можно было как-то оценить. А вот для себя, лично для себя, я делаю для души вот такие вот предметы в предмете. Еще древние китайцы 2000 лет назад резали их вручную. С изобретением токарного станка это немножко упростилось. По времени меньше занимает. Но технология та же самая. То есть из цельного куска металла, любого материала можно изготовить вот предмет в предмете, как матрешка. Но она не разъемная, здесь швов нет. У заключенном этапе областного конкурса «Гомельские майстры» приняли удел представники самых разных специальностей. От токара, фрезеровщика, медицинской сестры, продавца-наставника до модельера, дизайнера одения, огранщика алмазов и бриллиантов. Была представлена 61 профессия, якая потребует пленной працы и заслуговывая велизарной поваги. Этот конкурс стимулирует человека труда, потому что нет равнодушных людей к той работе, которую мы с вами делаем. И у нас существуют определенные критерии. Я думаю, что каждый человек, зная, что он будет номинирован на этот конкурс, всегда совершенствует свое мастерство. Церемонія ўзнагароджання пераможцаў конкурсу прафесійнага майстэрства «Гомельскія майстры» праходзіла ў тёплай, душэўнай, нібы сімейнай абстаноўцы. Падчас урачыстага мерапрыемства яго фіналісты атрымалі дыпломы, падарункі, грашовыя прэміі і спецыяльныя нагрудныя знакі. Трэба адзначыць, гэтыя імяны і ўзнагароды для пераможцаў абласным аб'яднаннем прафсаюзаў былі падрыхтаваны ўпершыню. Нам удалось успець заказаць спецыяльныя нагрудныя знакі, яны очень красивыя. Значит, именные. За главным там, значит, герб Гомельской области и гомельский майстер. Для профсоюза очень важно признание человека труда. Чествовать и поздравлять и благодарить за популяризацию своих профессий и, наверное, за вот тот качественный труд, который признан в первую очередь в их коллективах. Ну а потом уже делаем мы это для области в целом. Вероника Ворошилина, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». Спортсмены Гомельской области протягивают змагаться за удел у Олимпиады у Рио-де-Жанейро. Сегодня яны завоевали 19-ю лицензию и, верогодней за все, эта лишь будет повеличиваться. Яшчэ одну путевку для в области здобыл представник Мазыра борец Джавид Гамзатов. Сегодня он вышел у финал первого олимпийского сусветного квалификационного отборочного турниру «Ваулан-Батары», что дает право выступить на головных спортивных споборництвах. В уголе основные олимпийские сподевания в регионе связывают с веслованием на байдарках и каноэ, велоспортом, боксом, боротьбой, легкой и тяжкой атлетикой. Надеемся на то, что как бы наши спортсмены нас еще порадуют в этом направлении. Но вот я перечислил те непосредственно виды спорта, и прежде всего это гребля. Гребля, потому что она у нас традиционна, у нас очень хорошая база. На ней работает сегодня национальная сборная Республики Беларусь, наши заслуженные тренера Шантарович Владимир Владимирович, которые сегодня, конечно, сделали максимум для того, чтобы эти лицензии были у нас. Они первые в стране были, эти лицензии. И мы очень надеемся, естественно, и на результат на Олимпийских играх.
Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomil.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго вам добрага і да сустрэчы ў эфіры.